Семена бальзамина махровой Афины Coral Pink высаживают в конце зимы-начале весны для раннего формирования куста на клумбах или в вазонах. Эти растения одинаково хорошо смотрятся и в качестве одиночного растения, и в групповых посадках. Ему не требуется много места, быстро растущие побеги достигают в высоту лишь 30-35 см, формируя полусферу или шар. Уже в июле начинается обильное цветение куста. Небольшие, пышные махровые цветы густо покрывают зеленый куст. Цветение продолжается до первых заморозков. Бальзамин махровой Афины Coral Pink – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бальзамин прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бальзамина прекрасно подходит телипца А и открытый грунт. Расцветает бальзамин махровой Афины Coral Pink в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы бальзамин могут быть до 4 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.